Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует спортивный магазин «Веловила», который располагается в Киеве по адресу бульвар Перова, 24. Ваше внимание сегодня на обозрение предоставляется велосипед словацкой компании «Келес». Модель называется «Фанатик 30». Данный велосипед имеет размер колес 28 дюймов. И этот велосипед называют гибрид. Также это туринговый велосипед для дальних поездок. Велосипед комфортный, с гидравлической системой тормозов. Ну, в описании следующее сказать стоит. У велосипеда колеса 28 дюймов с покрышками, которые рассчитаны на езду по асфальту на дальнее расстояние. По центру идет гладкий протектор, по бокам шипы. Боковая часть протектора позволяет надежно удерживать велосипед при езде по бездорожью. Тем самым универсальный велосипед, можно сказать. Обод идет двойной, усиленный, алюминиевый, которого спицы крепятся на обод в местах, там, где крепления пистоны стоят. Пистонированный обод, тем самым можно сказать. Велосипед комплектуется втулками от компании Shimano, причем ротор здесь центр лоб. Зажимается на гайку, а не на болты. Это более надежный и облегченный узел колеса тем самым. Велосипед комплектуется эксцентриком. Колесо крепится при помощи эксцентрика легкосъемного. Тем самым можно легко снять и поставить при транспортировке в автомобиле. Тормозная система, повторюсь, Shimano, гидравлическая. Вилка у велосипеда Fanatic 30 от компании Santur с ходом 70 мм. Ну и более не надо. Не по горам же прыгать, ездить больше по бездорожью и по асфальту. Вилка с регулировкой двойной, здесь есть предлоуд, это регулировка жесткости, тем самым увеличивается или уменьшается ход пружины на 2 см и локаут. Локаут — это блокировка хода вилки для езды по асфальту, и на пересеченной местности мы включаем, будет работать. Рулевая здесь полуинтегрированная, хорошие подшипники, надежный узел, выдерживает высокие нагрузки. Ну и, конечно, вынос руля. Вынос руля здесь регулируемый, который позволяет изменить угол наклона при посадке, делать более комфортную посадку для велосипедиста. Ручки идут от компании Shimano тормозные, ну и переключатели тоже. Оливия. Система переключений 3/9. Передний тормоз, передний переключатель 3, передний тормоз, передний переключатель 9. 9 скоростей на задней кассете. Ну, также красивая рама, это новая 2018 года, красивая. У велосипеда шатуны идут от компании Santur с соотношением звезд 26, 36, 48. В комплекте к шатунам идет защитный пластиковый щиток, чтобы можно было защитить ваши брюки от попадания в звезду большую. Передний переключатель с верхней подводкой, стандарт для всех нормальных велосипедов. Идет задний переключатель от компании Shimano Olivia 400 на 9 скоростей. Это 9-ряковая задняя переключалка. Кассета здесь сзади идет на 9 скоростей. Ну, стандарт для хорошего велосипеда. Ну, и также отметить, что колесо здесь пистолированное, а камера здесь идет с велосипедным ниппелем. Тонкий ниппель выдерживает больше нагрузку, лучше работает. Данный ниппель очень удобно будет держать высокое давление. Также у велосипеда есть отверстие, которое позволяет установить багажник. Тем самым велосипед делается туристическим. Ну, так и называют. Туринговый велосипед Келес Фанатик 30. Багажник ставим и катаемся. У велосипеда идут алюминиевые педали, хорошие, надежные, с резиновыми вставками. Босиком можно на таком велосипеде кататься, ногам не будет больно. Изменение высоты подсидела регулируется легкосъемным эксцентриком. Это надежный, хороший, комфортный узел. Сиденье комфортное, мягкое, его не надо будет менять. Еще хотелось бы отметить, что забыл, ручки. Ручки здесь анатомические. В модели 2018 года они уже идут с специальными такими прорезиненными местами. Очень будет комфортно рука лежать, не будет потеть, скользить не будет. Ручки в этом году супер у велосипеда Fanatic 30. Если вас данный велосипед заинтересовал, рады будем вас видеть в нашем спортивном магазине. Если вы захотели, или если вас заинтересует наш YouTube-канал, пожалуйста, подписывайтесь, смотрите наши видеообзоры. Будем рады вас видеть. Постоянным клиентам скидки. До скорого!